Зеленский нелепо оправдался за чудовищный обман украинцев. Пиарщики президента Украины Владимира Зеленского во время предвыборной кампании старательно создавали ему образ простого парня. Но оказалось, лидер незалежный все чаще напоминает типичных заскорузлых чиновников, которых нещадно критиковал. Во время предвыборной кампании амбициозный актер пообещал украинцам, что будет добираться на работу на велосипеде. К слову, двухколесным транспортом в сериале «Слуга народа» пользовался персонаж Зеленского, президент Василий Голобородько. Теперь от поездок на велосипеде президент публично открестился. В его кортеже едут автомобили главы государства и охраны, порой бывают другие сопровождающие, отметил Зеленский. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает мигалок. И другое. Президент, такой же участник движения, как и все, объяснил украинский лидер своей отказ от велосипеда. Во время предвыборной кампании Зеленский обещал украинцам, что будет ездить на работу на велосипеде. В конце марта на одном из избирательных участков в Киеве актер расписал преимущества двухколесного друга. Во-первых, это удобно, заявил тогда он. Владимир Зеленский в сериале. Но вскоре после вступления в должность Зеленский изменил свое мнение. Сейчас не та ситуация в стране, чтобы президент ездил на велосипеде, пояснил первый зам главы президентской администрации Юрий Костюк. Поездки главы государства на двухколесном друге чиновник назвал мечтой и признал, что это сделало бы президента ближе к народу. По всей видимости, это не единственное разочарование, которое придется испытать украинцам, поверившим обещаниям Зеленского. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Такой генофонд пропадал. Калашникова поздравила Шаляпина с рождением сына. Обалдевший от странного предложения Киркоров матом отправил Бузову к Баскову. Циничный Малахов побил зануду Малышева. Грустно. Новость о самоубийстве сильно задела Собчак. Сафронов категорично высказался о пенсионерке Пугачевой. И многое другое.